Всех приветствую, дорогие друзья, с вами Валерий Хаус, и это финальный эпизод по прохождению игры «Зло внутри». Хочу принести свои извинения за долгое ожидание финальной части. Вот. А причина была в том, что по каким-то обстоятельствам у меня куда-то делись сохранки игры, и мне пришлось проходить, перепроходить больше чем пол игры заново до этого эпизода. Но проходя заново все главы, я поднакопил патронов, немного по-другому прокачался. Здесь вообще никого нет. Так что, надеюсь, вы меня поймете и извините. Как говорил Бородач, понять и простить. Пропавшая девушка. Пропала девушка. Короткие каштановые волосы, карие глаза. Известна под именем Три Звездочки. Давайте почитаем дневник. Стенограмма из отдела внутренних расследований 13. Следователь, вы знаете, почему вы здесь? Детектив Кастелланос. Потому что вы работать не умеете. Вы незаконно ведете расследование и при этом используете ресурсы с департамента полиции. Кроме того, у нас есть сообщение об угрозах, запугивании и физическом насилии. Будь у вас доказательства, вы бы уже забрали у меня и жетон, и пистолет. Очевидно, вы соблюдаете осторожность, иначе мы бы уже так и сделали. Но мы за вами следим. И не вы одни. Что это значит? Продолжайте следить за мной и узнаете. Если будете и дальше так пить, нам это не понадобится. Мне нужно работать. У вас все? Пока да. Но вы ходите по тонкому льду, Кастелланос. Еще один такой случай, и на этом все для вас закончится. Все закончится, когда я разберусь с этим делом. Детектив Кастелланос выходит из комнаты для допросов. Рувик? Нет, это не Рувик. Это Лесли. Так, давайте-ка посмотрим, что у нас по прокачке. А, нет, давайте-ка посмотрим, что у нас... Так, заперто, не понял. Посмотрим ключ. Есть ли у меня? Что-то я не помню. Да, 4 штуки. Да, вот здесь я сохранил патроны. Вот. Как бы... Приличный такой запас я оставил. На всякий случай. 4 ключа у нас есть. Причем я... пополнил боезапас, можно сказать, на максимум. Сделал гарпун огненный. Чтобы его сделать, надо было прокачать урон по максимуму у гарпуна. И прокачал магнум. Так. Почему дверь-то это закрытая? Я что-то не могу понять. И гели я накопил. Давайте. 46 тысяч у меня. Кстати, проходя главы, вот, я старался убивать всех боссов. Так, что у нас? Давайте прокачаем здоровье. И лечение... А, лечения шприцами не хватает, да, уже? Давайте ускорение. Так, 12 тысяч. Рукопашку не будем трогать, не пользуюсь. Так, можно прокачать...
снайперскую. Критическое попадание давайте. 7000 еще. Можно прокачать запас немножко. Шприцы я тут. Ну, как и в принципе и было. Также по максимуму прокачал. Эти патроны для магнума. Запас. Вот так вот. Ну что, давайте сходим, посмотрим. Сходим с ума. Лесли! Сходим с ума. Лесли! Сюда. Давайте посмотрим, куда нас ведет Лесли. Как он так переместился-то? Эй, подожди. Так, у нас здесь ничего нет. Какая-то водная станция, что ли? Так, паренек, куда ты меня ведешь? Так. Это либо что-то большое, либо просто все рушится. Надо немножко ускориться. Что-то ничего не лежит у нас здесь. Ни гелия, вообще ничего. Что ж у них такие длинные коридоры? Сюда. Оно сейчас обрушится. Сюда. 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 Себастьян. Лесли. Да ну нафиг. Вот маяк, как и говорил Джозеф. Вот, собственно, больница Маяк. Так, финальный эпизод. Называется он «Корень зла». И, собственно, это его начало. И в этом эпизоде мы должны, по крайней мере, я так думаю, встретиться с Рувиком. И сразиться с ним. Показать ему, кто в доме хозяин. Ящики. Отличный гель. Так, здесь ничего не лежит, да? Давайте заходим внутрь.
Я знал. Ну что, друзья, мы вернулись. На начало. Вестибюль. Психиатрической больницы «Маяк». Где находится мясо. Расчлененка, много крови. Все, что было в самом начале. Так, что-то лежит. Да, признаюсь, проходя по новой главе, это были бессонные ночи, так как я старался проходить, экономя патроны, и это у меня получилось. И как бы старался по максимуму быстро это все сделать. Так как сроки поджимают, уже скоро релиз второй части. У меня тут такая проблема. Седативное средство, которое они использовали, наверное, мое собственное. Я чувствовал каждый перерезанный нерв. Каждый кусок мяса, который отрывали от костей, пока меня поглотила пока меня не поглотила абсолютная тьма. Тьма и боль. Пока они изучали мой мозг, мою работу, я испытывал тысячи мощнейших ощущений. Боль, удовольствие, ярость, экстаз. Все это сливалось в один всепроницающий шум, и наконец тьма взорвалась тысячами искр. Боль, шум, свет, все объединяется, принимает форму. Это место хорошо мне знакомо. Моя тюрьма. Мой дом. Ты сам во всем виноват. Да, детектив Кастелланос, я с вами полностью согласен. Помним, да, мы, когда убегали от садиста, попали в этот чан с кровью. Что же делал с Лесли? А вот и Лесли. Так, давайте-ка. Гель. Да, кстати. Этих запчастей тоже много. Я сохранил. Так, здесь у нас лежал труп. Сидел, точнее, на коляске. Новая записка из канализации. Ты все еще мечтаешь о побеге? Думаешь, что свобода близка? Что проку мечтать, если твое тело неподвижно лежит здесь? Рувик. Еще запчасти. Вначале здесь были только тараканы и бочки. А здесь была лестница. Еще тысяча, отлично.
сюда сходить. Так, там большие двери. Я думаю, нам главная цель — это туда. У нас патроны для снайперской винтовки, но у нас не полные. Хватит уже уставать-то. Громко не закрылись. Странно, да, что никого нету? Не порченных. Вообще никого. Из врагов. Нет, нет. Нет, хочу домой. Лесли? Лесли? Нет, не хочу туда. Нет! Неужели мы поднимаем все вверх? Обычно всегда вниз. Так, и две двери. Так, еще у нас тут патроны и запись. Когда я понял, что Хименес меня предал, было уже слишком поздно. Моя цель была так близка. Он знал это. Знал, что я слишком занят работой и не замечу, что он привел этих людей. Иначе они бы ни за что не пробрались мимо моих ловушек. Их устройство — извращенная версия моего. Его должен был создать я. Мои данные, оборудование, мои теории, мой разум. Они заменили мое тело новым измерением, полным боли. Лифт. Все выше и выше. Что у нас? Какая банка-то? Еще и с картой. 5000. Там вроде Лесли, да, стоял? Еще банка. 500.
Лесли. Лесли, куда же ты все ведешь-то, а? Маяк. Так, давайте-ка посмотрим. Есть ли здесь что-нибудь? Ничего. Че, нету ничего, что ли? Запчасти и все, что стул для прокачки здесь и сохранение здесь. Мобиус. Что, ладно, у нас геля все равно мало. Не будем ничего прокачивать. Эй, чтоб тебя! Эй, я знаю, что ты там. Остерегайся его глаза. Что? Если хочешь жить, берегись глаза Рувика. Остерегайся его глаза. Что это все значит? Увидишь. Бедняга. Покойся с миром. Что? Вот и глаз Рувика. Вот что я имел в виду. Тот бедняга-психопат. Так. И что здесь делать? По
глазам стрелять. Вот и подкрепление. Ну что, друзья, начнем. Блин, какие вы. Ох ты, козел, а. Ай-яй-яй. Здесь, я думаю, бесшумными убийствами не получится. Хотя можно использовать болты. Что ты не переключаешься-то? О, еще лезут, еще лезут. Много вас, много, ребята. Еще и с автоматом. Так, давайте я в первую очередь. Так, гарпуны кончились. Давайте-ка быстренько сделаем. Здорово. Клон Рувика. Ах ты, убежал, а? Так, 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 так. Ух ты! Что? Как так-то? Закончились, что ли? Ладно. Что, фаса? Где ты там? Yes. Да как догнал все-таки, а? Единственное, я что-то не понял, я же создал эти болты. Почему же они типа закончились сразу же? Так, ну что еще? Где кто? Ух ты, ух ты! Сколько вас тут?
О! Много-много. Еще и с арбалетами. Так, давайте-ка. Держи. О боже! А вот это уже жесть. Блин! Ты нифига себе ты! Так, еще разок пробуем. Там я загнал сам себя в угол. Ну, что я делаю сейчас? Отлично. Опять этот. Ах ты. Так, давайте-ка снайперку. Достал бензопилу. Мочим, мочим. Блин, промазал. Опа. Не заряжайся. Так, у меня патронов-то нету. Ай-яй-яй. Ладно. Используем арбалет. Нет, черт. Всего один выстрел остался ему. И 5000. Здорово. Что, давайте соберем все, что здесь лежит. Конечно, хотелось бы, блин, попробовать пройти в том состоянии, в котором я зашел изначально. Вот. Но раз такая фигня случилась, буду потеть тогда, когда буду проходить на самом-самом сложном. Вот.
потому что я планирую, ну, как бы не в скором времени, но планирую как-нибудь пройти на самой сложности, на самой адской сложности. Что, вроде все собрали. Еще одна арена. Ну давайте-ка. Я тебя вижу. Гарпун. Снайперскую. А, промазал. Yes. Ей-ей-ей. Убил там? Нет, еще живой. Так, он там вылез еще. Еще живой. Отлично. Что там подобрать? О. Отлично. Патроны от снайперки. Ружья. Сейчас снайперка. Здорово. Так, здесь что у нас? Мина. Попробуем обезвредить. Yes. На самой грани. Ух ты, вижу сейфы. Неужели? Так, давайте-ка. Что у нас есть? Магнум, да, наверное? Магнум я вообще не тратил. Так, только на боссов там. Отлично. Патроны.
аж две штуки. Что-то у вас есть. Почти все патроны от магнума. Ха, блин. Восемь тысяч. Рувик, я создал этот мир. Ты не сможешь меня удержать. Что еще-то? Так, я так понимаю, на эти лучи света попадаться не стоит. Ай-яй-яй. Ей-ей-ей. Да как так-то? Хоть жизни не убавляются, когда... А что такое-то? Там вроде не было света, нет? Или был? Хоть жизни не убавляются, когда на свет попадаешь. И то радует. Отлично, аккуратненько, аккуратненько. Ой-ё. Ух ты, нифига себе. Что ж она такая? Маленькая-то. Так. Здесь аккуратно. Ё-моё. Так, а вот здесь... Аккуратно. Отлично. Черт, еще растяжки. Еще и свет. Аккуратненько, аккуратненько. Аккуратненько. Фу. Да ладно. Ай, чё встал-то? И
Давайте потратим гель. Да ладно. Только сохранка. Жесть. Почему кресло-то убрали? Если выживу, никогда больше в лифт не зайду. Что я так понимаю, мы поднимаемся в самый верх маяка. Ух, какая. Доктор Хименес. Точняк. Лесли. Джозеф. Кидман. Ну, скорее всего, он сам. Коннелли. Нет, Коннелли. Ну, вот и есть, да. Не может быть. Спасите, спасите. Себастьян, отойди от него. Себастьян, послушай меня. Остановись. У нас и у тебя одни и те же цели. Слушай. Я все понял. Ты не просто детектив-новичок, а это необычный парнишка. Ты убила Джозефа и стреляла в меня. Так что сейчас у меня уже достаточно причин тебе не доверять. Ты хороший человек. Вот почему я... Хотя это уже не важно. Если ты знаешь, кто этот парнишка, тогда знаешь, и почему его нельзя оставлять живых. Чушь собачья. Это все Рувик. Это он его. Лесли, стой! Лесли!
Беги-беги. Воу-воу-воу-воу-воу. О, черт. Сбрыгать. Что за жесть? Вот это мне нравится. Ну, получай, тварь. Сейчас мы тебя покрошим. Я думаю, Рувик, ты понимаешь, что не с тем связался. Да ну, как так-то? О, тяжелая артиллерия. Давай бери ты эту базуку-то уже. О, и сколько снарядов-то? Очуметь. А, держи. Чё? Как тебе это нравится, а? Не подходи ближе. Отлично. Так. А вот так. О, я промазал. Так. Стой, 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 стой. Близко не подходи. Офигеть. Откуда у нас такой пистолет?
Я создал этот мир. Ты не сможешь меня удержать. Рувик. Я покончу с этим. Он жив, сэр. Этого оставь. И этих двоих. Они никуда не уйдут. Никто не уйдет. Пошли, пошли, пошли. Детектив, вы в порядке? Там есть кто-то еще? Дайте воздуха. Свежего, настоящего воздуха. Ну что, друзья, всех благодарю за просмотр. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Вот и закончили мы прохождение первой части. И у нас завтра 13
число, а это значит, выходит вторая часть. И я думаю, что завтра же я уже и выложу первый видос по второй части. Жду не дождусь. А я со всеми прощаюсь. До новых встреч. Увидимся в следующем видео. Всем пока. Dropped and lost.